Здорово, это обзор от Mopork, я Трэш, и сегодня мы рассмотрим очаровательный, если можно так выразиться, раннер под названием Power Hover. Энергия заставляет двигаться и жить все вокруг. Но кто-то или что-то похитил эту энергию у поселения, оставив за собой след из батареек. От тебя потребуется пройти сотни захватывающих уровней, собирая эти самые батарейки и проливая свет на историю. Тапая по двум сторонам экрана, ты будешь сворачивать в соответствующую сторону, и о большем и мечтать не нужно. Гляди, персонаж сам отлично справляется, запрыгивая на трамплины, трубы и выполняя захватывающие трюки. Каждый уровень будет представлять какие-то опасности и трудности, а время от времени ты будешь нагонять похитителя, следуя по следам из батареек и уворачиваясь от мин. Что восхищает, так это дизайн уровней и разнообразие его элементов. Ты только погляди на этих косаток, крушащиеся монументы, или на этих красавцев, вырывающихся из-под земли. В конце определенного количества уровней тебя ждут боссовые уровни, отличающиеся особой сложностью и скоростью. Донат, как таковой, тут отсутствует. Ценой за каждый уровень будет просмотр рекламного ролика, а при желании игру можно приобрести, полностью позабыв об этом действии. Заработанную энергию можно тратить только на подачу электричества в здание, которые будут давать бонусы, либо открывать новых персонажей. Покупать их нельзя, и это радует. Отдельно стоит похвалить графику и музыкальное сопровождение. В сочетании они создают уникальный и атмосферный мир, наполненный чем-то прекрасным, особенным и тайным. А на сегодня это все. Ставь лайк, качай, играй и не пропускай предыдущие видео. И до завтра!